вот этого не было здесь. Геод. Гигантский геод. Вау. Это что-то. Это вообще настоящая штука или нет? Такое ощущение, что это вообще как бы, знаешь, даже не. Погоди, не двигайся, убери руку. Вау, мама. У тебя же такой вот каунтертоп на кухне был бы, мам. Ой, это что-то не. Это вообще уникальное какое-то такое. Классно. Видишь, он откуда? Из Австралии вот в этом месте. Да. Ой, как красиво. Они даже, знаешь, похожи вот на каких-то, ну, как будто вот фоссил, знаешь, да. Каких-то морских животных. Животные, а это с другой стороны он так выглядит, этот камень. Ой, мама, я хочу такой. Интересно, как вот с этой стороны и как он сразу совсем другой с этой стороны. Обалденно. Здорово, да? Угу. Вообще классно. Сера, да, мам? Сера, да, вот это желтое, странно, да? Ой, сколько тут всего. Какая красота. Глядеть, не разглядеть. Не видишь, интересно. Смотришься. Ой, ну это надо, конечно, сфотографировать. Это что-то невероятное. Да, Ирочка, молодец, правильно. Сделаешь фотографию, повесишь. Мама, я в шоке. И будешь любоваться вот на эту красоту. Я просто в шоке. О, я сама в шоке. А это посмотри, это Теннесси. Ой, вау, 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 мама. Нереальное что-то, правда. Ой, здесь очень красочно, так красиво, вау. А это все флуорит, смотри. Флуорит. И это вот столько у него разных цветов. Видишь, написано, the many colors of fluorite. Ой, хочешь я тебя с этим сфотографировать? Не, вот не люблю. Я знаю, что я коллекционирую. Вот это бы я коллекционировала. Ой, а это как называется, я забыла. Steep Night какой-то, я не знаю, что это такое, из Чайны. Ага. Из Китая. Да. Слушай, а это малахит, да? Да? Ну да, он, знаете, 24, малахит. Ага. Это малахит. Ой, мама, это как, знаешь, вот такие бывают кушать, такие вот айс. Ага, вкусненькие, да, такие. Да, вкусняшка такая, с сиропчиком наливает такой, знаешь, снежок. Угу. Ну, точно, да. У меня вообще глаза даже разбегаются. Это натуральная красота, это а правда. Посмотри, какой вот этот цвет, мам, ну ты посмотри. Угу. В природе все эти цвета есть, даже изобретать не надо. Вот, 33. Да. Ой, а форма. Вот тут розовенький какой интересный. Ой. Мы охаем уже полчаса. Не, не полчаса, уже час, я наверное. Вообще в прострации нахожусь, ребята. Ирочка вообще, она в восторге от этих камней, Ир, да? Я в шоке, в таком позитивном шоке. Там минералы «Поющий камень из Аризоны» называется вот эта красота. О, а вон там-то, прямо-то который. Ира, Ира. Ты тоже в шок входишь, в шок. Да. Во в шок входишь. Мама. Да, я тоже вхожу в раш. Ирочка в восторге, я, конечно, тоже. Ой. Да. Золото из Калифорнии. Ира сразу узнала. А там написано, мама. Там написано. Вообще,
круто. Ой, а эти как какие-то жемчуги, кораллы. Вот это топазы. Mm-hmm. А смотри, как бриллианты, топазы-то. Mm-hmm. Не отличить, да? Mm-hmm. Да. Ну, какой огромный. А жемчуг какой здесь огромный. Смотрите, вот какие-то блестки такие там. Рисунки, я просто обожаю. Да? Mm-hmm. Опал. Да, интересно. Да, я думала, что гранат только красный. Я тоже думала, вот, может быть, вот такого цвета. Бордовый, да? А он, оказывается, зеленым может очень быть. Очень красиво. И оранжевым, и фиолетовым, и каким хочешь. Угу. Интересно даже. Очень. Зелененький гранатик. Интересно. Да. Изумрудики прям вот маленькими-маленькими такими вот. Это вот этот рубин и изумруд. Смотри, они прям как вот изделия из них, изумрудики. А это рубин. Ну, как интересно. Как он тоже растет. Интересно. Да, мы всегда сапфир воспринимаем как фиолетовый. А, фиолетовый, да. Даже. А он такой разноцветный бывает. Да посмотри-ка, и желтый, и... Ой-ой-ой. Это все сапфиры. Да. Вот это вот бриллиант, это как не бриллиант, а как он это? Алмаз. Алмаз, да. Алмаз торчит, а потом из него вдруг... Такие изделия. Я вижу вот этот блеск, вижу я вам. Ага. Людей блеск привлекает. Блеск, да. Другого, потому что так они похожи. Очень похожи. Многие вообще очень похожи. Да? Очень, очень. Надо, я не знаю. То есть вот если он будет смотреть через какой-то прибор, да, мам? Да. Что он там видит? Да. Ну, как они знают, что это турмалин, например, они? Александрит. Mm-hmm. Это александрит. Вот из таких камешков вот получаются вот такие вот прелести, да? Вообще, да. Это циркон. Он да? Из зеленого превращается... При дневном свете он зеленый, а при свете свечи он красный становится. Ага. Это вообще чудо какое-то, да, мам? И он был обнаружен в России... В 1830 году. И на... Сфотографировала, мама? Давай. Вот у синенькая колечко. Какая, Ира, куда вот эту брошь огромную на грудь? Вот спроси, что полегче, мама. А вот это из золота мне понравилось. Вот какое-нибудь самое маленькое, вот синенькое колечко я бы выбрала себе, наверное. Или да? Вот эту, может быть, вот эту на куда-нибудь. Ты любишь все маленькое. На Крисмас. Я бы вся оделась в черное или в темно-синее, мам, вся вообще. А вот это ты бы на Крисмас. И вот этот вот я бы одела на шею. И это было ой, все, а что я вот эту брошь хочу. Дальше я хочу. Значит, брошь я бы одела, потом вот это ожерелье потом бы еще надела на себя. О, куда же такое одевать? Потом еще вон ту бы брошь белую, и колечки все бы нацепила, и потом дарила бы людям, ходила бы, раздаривала бы. А мне здесь вообще так, честно говоря, ничего особо не нравится. Может быть, вот это только... Колье вот это вот такое маленькое, которое... Ага, вот гранатовый браслет мне нравится. Да? Да, это прям как гранатовый браслет. 15. Вот калифорнийские всякие камни. И там, вот Ира говорит, прям можно идти с ведром туда, куда-то в залежи, и собирать эти камни, а потом там выискивать.
покупаешь ведро, ну, за какую-то стоимость. Да. Наполняешь его сам, а потом идешь на определенный такой стол, место, где можно промывать и вымывать, можно турмалин найти. Ага. Где-то минут 15 от моего дома там есть такие прииски. И даже золото можно найти. Два прииска, я знаю. Золото можно найти, и турмалин можно найти. Насчет золота я не знаю, что выбрать. Да, рубин или сапфир? Нет, это было там написано. Вот это про что-то другое, да. Малахит. Я не знаю, я вот этот выбираю, номер два. Родокросайт какой-то. А я малахита выбрал бы кусок. Очень красивый. А красиво. Я вот этот красный, покажи, пожалуйста, там. Вот тот. О, да. Красота. Малахит тоже очень красивый, мама. Да. Ой. Наслаждение у нас сегодня очень на высоком уровне. Хочешь на бэк-ярде такой забор? Не могу. Ну что за вопрос? Конечно, хочу. Я бы его в середину поставила бэк-ярда, любовалась. Ага. В Аризоне вот этому... есть национальный парк, Petrified National Park. Вот этому дереву 5 миллионов лет. Оно окаменело. Красота. Такой красоты вообще, это, конечно, не знаю. Это уникальное. Это что-то уникальное, аметистовое. Но внутри как ноги, как отшлифованные. Вот поэтому оно так блестит. Пещера аметистовая какая-то. Некоторые как отшлифованные, а некоторые как покрыты таким тонким слоем пыли. Вот так интересно. И которые как отшлифованные, они блестят, мам. Ага. Вот из чего оно выросло? Ты мне должна это все объяснить потом. Вот как, ладно? Это все выросло, это мы в интернете будем изучать. Или кино надо вон там посмотреть. Но у нас нет времени кино смотреть. Мы идем дальше. Тут же в музее есть такой уголочек, где прививки делают люди. Нам надо в музей-шоп. Пойдем. Пойдем. Да. Un agent de sécurité peut vous diriger vers une sortie. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite. Прививки люди делают. Музей. Зайдем к магазинчик, шоп. Gift shop. Да, надо пошопить. Может, что я откопаю здесь? Пошопим сейчас с Иринкой. Так, ну все, в свою коллекцию я покупаю два динозаврика. Вот эти вот. Вот этого и вот этого. Все, уходим. Рузвельт, мы уходим. Давай, пока. Ты можешь меня с ним сфотографировать? Давай, садись. Садись с ним. Мы последние выходим из музея. Ой. Ой, как хорошо на улице. Ну все, нагулялись мы в музее. И вы вместе с нами. Теперь идем в Центральный парк. Отсюда вид получше сбоку, да, он как-то, здание в этом ракурсе интереснее. Да, красиво. Тут же можно еду купить. Ага.
Манхэттен, как на граните построен. Собаки такие счастливые. Ага. Вот если Скотт какую-нибудь собаку может купит, которой шерсть не лезет, если он правда за ней ухаживать будет, я не против. Я вспоминать буду ваш осенний центральный парк. Мама, ты должна для меня прошпионить и сказать мне, когда все листья отпадут, ладно? Ладно. Какого числа? Хорошо. Видишь, на фотографии непонятно, он большой или небольшой, не то. Вообще не то. Не видно, непонятно. Да. Робин, малиновка. Да, малиновка, мам. Малиновка, да. Вот она, оказывается, малиновка. Птичка, птичка, посмотри на меня. Посмотри мне сюда. Очень червячков кушать из малиновка. Ужаев, мам. Ага. Они как-то прям их вытаскивают из земли. Ой, какая хорошенькая. Хорошенькая малиновочка. Ай, ты маленькая. Что она сейчас съела, ты видишь, мам? Червячка, может, жучка. Да, у нас, конечно, их не так много. Я несколько раз видела в бэк-ярде их, мам, но это ага. Уже несколько лет прошло, и с тех пор их не видела. Mm-hmm. Видишь их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вижу я. Ага. Ну все, в Subway мы спускаемся. Через 3 минуты будет B-train. А, через... Да, через 3 минуты там вроде бы показывала. Мне мозаики здесь нравятся, мама. Всякие... Нет, я через 13, люблю. Что ли? Ну, ну ладно. Так, идем вниз. Народу, да. Я фотки просмотрю пока, которые мне нравятся.